Поехали. What's up, ребятки? Канал Олег Гейм, Let's Play Rock и канал Old School. Сегодня мы играем в Ghost Watchers. Будем охотиться за призраками. Новое обновление. Посмотрим, что там из этого всего нового обновленного нас изрядно здесь попугает. А что из этого выйдет, вы сейчас узнаете. Погнали. Слушай, ну, что я могу сказать? Детализация старых частей по-новому, конечно, что-то заиграла, да. Давай возьмем фонарики и посмотрим, что нам тут написали. Поймать призрака, вообще ничего не знаем, только будем, все будем разбирать по ходу. По ходу, потому что мы давно играли, когда еще не было нововведений, была старая система поимки призраков. А ты фонарь возьми, яркость ставь побольше чуть-чуть, тогда все нормально будет. Вот, да, по-новому будем играть, по-новому будем смотреть, что там будет происходить, и, в общем, что из этого выйдет, сейчас узнаем. Поговорить с призраком. Поговорить с призраком по радио 50, зажечь дома все свечи, 50 фотографировать следы призрака, забросать проклятую детскую игрушку, забрать проклятую детскую игрушку с собой в машину. Давай попробуем, я не знаю, я три палки возьму, можешь крестик попробовать взять. Так, подожди, так. По радио свечи, а что там надо поговорить? Жигалку. Поговорить с призраком по радио. Давай по радио, вопрос. Я поговорю с ним по радио. Do you hear me? Так, а где здесь призраки, энциклопедия? Фотографируют. Так. Фразы, вот. Ghost, can you tell? Во-во-во-во. Ghost, can you tell? Так, и вот он, момент истины, по домам. Чтобы взаимодействовать, нажмите Е. Гоша, я готов взаимодействовать. Я хочу нажать. Давай нажмем. Я хочу нажать, я хочу взаимодействовать. Давай. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, и так, мы заходим. Мы заходим, мы вошли. Как это странно. Ух ты! Меня уже насадили вообще. Гоша, я в ванной, Гоша. Я выбрался из ванной. Ты где, на первом этаже? Я на первом этаже, да, включаю везде свет. Вот он я. О! Что? Что было? То было, да. Что? А что было, Гош? Да страшно, звуки у меня. А, то у меня тоже страшные звуки были. Ну, я на картах. Это же всего лишь звуки. Так. А свечку видишь, скажи, пожалуйста. Есть прямо на входе здесь свечка. Так, я выключателей, ок. Я выключателей не вижу. А, не, вот тихо, два выключателя. Что? Я просто... Что-то работает. Какая-то огромная комната, Гош. Прям огроменная комната. Есть выход на задний двор. Это ты там двери открываешь? Нет. Дверь закрылась. Радио работает. Да, я свечки. А нет, это кто-то рычал. У меня сердце билось. Кто-то рычал, понял? В подвале ничего нет. Я пошел на второй этаж. Тут второй этаж есть. Пиздец. Включаю везде. Может быть, игрушку найду? Тут же игрушку нужно, да? А есть свечки на втором этаже здесь у меня. Так, иду к тебе. Стой. Две штуки аж. О, нашел, так, одна где телефон. Там еще вторая есть. О, лампочка. Да, лампочка бомбанула. Тут еще есть свечки. Как ко мне идти? А к тебе, да, заходи, за... Ну вот, направо смотри. Вон, свет погасил за тобой. Вот, смотри, вот сзади меня свечка. Вот, видишь? Ага, все, давай. Жахай свечу. Он где-то купить здесь звуки ходит. Да. Он свет рубит, прикинь. Свечка ванной. Нехороший. Вот еще свечка, возле кровати. Слева вон. Где? Ну вон, слева, левое плечо. Вон. Ага, все. Свечка, все. Давай, жми еще свечку. Засвечи здесь все. Ух ты! Ни хрена себе! Что такое? Ты жив? Я не знаю, он меня убил, что ли. Да! Прикинь. Он в капюшоне был какой-то. Я понял. А что ты крест не достал? А у меня его не было. Так я же тебе сказал, возьми крест в машине. Там же, смотри, крест вот лежит в машине. Так, вниз, ладно. Вниз надо идти, мне показывает куда. Ну, монет. Ну да, потому что тебя убили. Правильно определить призрака с первого раза. Нифига себе. Фотографировать следы призрака, снять рисунок в блокноте на видео, поговорить с призраком по радио. Я беру радио. Давай начнем с первого этапа. Гоша, это хрущевка. По хрущевкам. Это хрущевка. Это какая-то хрущевка. Посмотри. Подожди, это не хрущевка. Это какая-то... В общем, это какой-то... Советский дом, смотри, это панельный. Здесь панели сделаны, это панельный. Панельный дом. Огонь, да. Смотри. Motherfucker. Так, ну погнали. Слушай, ну тут как-то обстановочка как-то знакома. Все как-то по-родному, да, сделано. Нормально, да, тут.
Вот, смотри, мы тут вообще усрёмся проверять эти квартиры. Посмотри, тут сколько... Кайфуха, да, просто. Сколько... Так представь, бумажка, это все... Бумажка, ведро садись, он хочет посри, он туалет. Жесть, смотри, а ты понимаешь, сколько здесь комнат в этом панельном доме? Ну, типа, их все можно пройти. Смотри, а здесь дырка. Вообще не говори, дырень. Стиральная машина стоит. А как ты присел? О, ты присел вот так вот. Можно присесть. Присел на бутылку. Офигеть. Погоди, сейчас это случится, Стапик. И на бутылку, и куда только не присядем. А подожди, а почему в ванной комнате нет выключателя? Может быть, он где-то снаружи выключатель? Снаружи нет выключателя. Это комната, понял, безвыключательная. Без выключателя. Смотри, все темнее. Вообще. О, какая здоровая. Давай здесь полазим, посмотрим. Здесь звуки какие-то, слышишь? Can you tell? Ghost? Жесть. Да стрёмно, Олег. А чё так темно? Чё так темно? Свечка и... Ghost, can you talk? О, меня тремор хватает. Ghost, can you talk? Can you talk about it? Смотри, какой ковёр! Офигеть! Круто, слушай прям. Кабиздец, СССР, прям запахло кто-то, СССРчиком. Кто-то прям... О, свечушка. Глобус. Смотри, неваляшка! Неваляшка! Да. Кошка, смотри, неваляшка! Назад в прошлое. Огонь. Транзистор. Back to the old school. Ghost, can you talk? Ghost, where are you? Ghost, can you talk? Давай слушай, другую квартиру зайдём. Здесь? Да, я хочу в подъезде свет включить. Круто. Подожди, а... На какую здесь банка варенья. Энциклопедия фразы? А это грибочки. We will catch you, go show yourself. Ага, всё. Go show yourself, ghost, where are you? Ghost, can you tell, ghost, can you tell, ghost? Смотри. Show yourself. Офигеть, смотри, мушки на лепушке. Я тебе и показываю, смотри. Мушки на лепушке, круто вообще. Мои маленькие, мои сладенькие. Женька бы сейчас языком бы захрустел здесь. Смотри. Знаю, как делать. Прям снизу берешь так вот. Такой вытягиваешь через зубы. Да, да. Ghost, where are you? Пойдем в другую комнату. Ghost, can you tell? Включай. В целом пахнет только призрачно. Can you tell, давай, ghost? В эту, давай. Show yourself, ghost. Кухня. Так, давай кухню. Прям вообще ольгом. Смотри, тут, короче. Хлебушек. Тут и чесночок, и хлебушек, и борщик кто-то оставил. Сейчас похаваем, смотри. Прям давно никого не было. Выдорал. Две тарелочки. Ghost, show yourself. О, спальня. О, смотри, ну-ка. Игровая какая. Ух о, ты. О, вот это огонь, турники, прям. Ух ты. Can you tell, ghost, show yourself, ghost, show пошел yourself. Нахер. Show yourself, ghost, show yourself. Снизу двигаются. Да, они только что морду нарисовали. Лицо было. Show yourself, ghost, can you tell. Ой, звук. Есть, он заговорил. Он где-то здесь. Пошли в другую комнату. Show yourself, ghost, show yourself. Не, здесь мы были, пойдем в другие комнаты. Я понял. Давай выкинем, возьмем следующее что-нибудь. В смысле выкинем? Ну, мы поговорили с ним, заработали эту херню, да? Всё. Теперь надо снять рисунок в блокноте на видео. Блокнот нужен. Блокнот. Есть блокнот. Возьми видео. У меня крест. Это видеокамеру надо? Ну, да, хотя, подожди, сейчас сделаем. Я взял видеокамеру. Сейчас я ему вот тут вот выкину. Давай вот здесь, чё? Так, вот я рисунок. Тебя снимаю. Хом видео, давай. Сейчас, подожди. Надо взять. Надо взять... Луиджи доска. Сейчас мы вот тут его выманим, короче, пусть играет со свечами. Давай, все, я буду записывать, давай. Сейчас мы куклу возьмем, сейчас мы доску возьмем, сейчас мы вообще ему детский сад устроим. Я тебе кричу, это полтергайсинка. Эктоплазмический сад вообще. Погнали, все. Я кричу прям. Так, что еще? Что ему еще накидать? Давай, что ему еще накидать? Сейчас не знаю, что ему Жека накидать. Жека сказал бы, напасть ему накидай. Ну да, Женьке не хватает. Правильно определить призрака с первого... Сфотографировать следы призрака. Следы призрака нужно сфотографировать, а для этого нужно... У меня видео в руках. Сейчас. Я взял ультрафиолетовый фонарик. Буду, короче, сейчас ультрафиолетивать, короче. Нажмите есть, чтобы взаимодействовать. А, вот, короче. Никак, нет. Есть что здесь? Следов нет. Где? Такое ощущение, как будто я не следы призрака ищу, а следы молодежи поздно. Ой, вот он, ты видел? Ты видел его? Нет. Вот он.
Вот, да ты чё гонишь? Босс, снимай, снимай. А, сука, он меня схватил. Да, Гоша. Я заснял. Понял, спасай меня, Гоша. У тебя что там, снасиловал, что ли? Да, он, ты бы видел, как тащил. Во-первых, он громыхал всеми дверьми, пока я бежал. Мне к себе подняться? А, ну, когда поздно уже, ты же... Вот он прошел мимо. Это, короче, полтергейст какой-то. Ты сними рисунок на блокноте. Сними на блокноте рисунок на видео. Там же надо снять рисунок на блокноте. Я обосрался немного. А как его заснять? Я снимаю. Просто снимать ничего. Видео. Так, снять рисунок в блокноте. Есть, все, зафиксировать. Сфотографировать следы призрака. Теперь нужно сфотографировать, Гош, следы. Так, я камеру выбрасываю. Ну, желательно в трейлер, чтобы, а то денег стоит. Так, теперь нужно сфотографировать следы призрака. Следы призрака нужно сфотографировать. И что у нас? Есть вот фонарик со следами призрака. Я пока не уверен, что там можно сделать. Но что-то нужно сделать. Что-то нужно сделать. Он, короче, пошел сюда. Следы призрака. Следы призрака. Нужно, короче, следы призрака фотографировать. Для этого нужно, наверное, фонариком снимать, что, может, он вдруг где-то наследячил вообще. Что-то он сделал, я не знаю, что-то вот... Так. О, все. Здесь пугался. Да, что-то... Смотри, какие соленья баночки. Да ладно, ты гонишь. Смотри. И нас ждут вообще, и компотик, и огурчик, вообще все как надо. Грибочки. Слушай, прямо... Ты знаешь что, ты вот я вот так вот свечу, если увидишь там ладошка или что-нибудь еще светится, что-то такое. О, Гоша, он там хотел напасть сзади. Он сейчас нападет. Тихо. Здесь звуки. Да, вон здесь где-то. У меня сердечко что-то застучало. Я факел взял в руки, короче. У меня тоже сердечко. Ой, холодно что-то. Лежать. Я не знаю. Я пока ищу следы его. Но что-то вообще следов никаких. Ну, ты нет. Их сам увидишь, когда подсветишь, сам увидишь. Да, я вот... На полу тоже посмотри. Я хожу, смотрю, свечу. Пол и двери, Олег. Пол и двери, окей. Ну, двери, но, это точно. Но на дверях, короче, что-то ничего нету. Помнишь, отпечатки были? Да. Ой. Что это? Смотри, это он. Нет, здесь ничего нету. Ничего нету, на дверях ничего нету. Не оставляй меня одного. Да мне самому страшно. Так, вот здесь вот он шарился, да? Вот здесь возможны следы. Но что-то все следов... Нормально. Что-то вообще ничего нету. Что-то прям... Какой-то стеснительно уточенный, я не знаю. Во, есть следы! Вот, сфоткай след. Во, сфоткай след. А чем сфоткать-то? Ты же должен был фотоаппарат взять. Ты мне сказал фотоаппарат? Пойдем, да, я тебе взял сфоткать. Бери фотоаппараты. Ты что, фотоаппарат отблагодарил? Давай, сейчас бегаю. Так, значит, на правую комнату, на левую так, сторону. Фотик, где фотик? Подожди. Вот он, фотокамера. А вот он, сейчас. Давай, бери. Как распятие выкинуть? Во, выкинул, все, взял фотик. Слушай, а может быть, ты факел выкинешь? Как бы распятие спасет, может быть, факел вряд ли. А факел тоже спасает? Да? Ну ладно. Ну хер его знает, короче. Я помню, что факел он не спасает, он больше такое, короче, выпендривает. Вот, смотри, след, надо сфоткать след. Вот, фоткай след. Давай. Все, взял камеру, фоткай. Ой, под тобой жопа прям, масочка под тобой. Он тебя видит, он тебя нюхал, короче, Гоша. Все, пойдем быстрее. Он тебя нюхал, все. Идите нафиг. Тебе я все. Пошел за распятием. Ты, короче, там, ну все вообще, там, молись. Сейчас я фотик снова, да. Где распятие я тут бросал, вот она. Так, что там еще надо сделать? Правильно определить призрака. Теперь, короче, нам нужно правильно определить призрака. Для этого нужно померить температуру. Идем мерить температуру. У тебя есть еще, да? Ну, у меня температурометр есть, короче. Сейчас мы вот здесь вот будем шарахаться. Он, короче, последний раз был тут. Вот у меня 11 градусов, вот здесь вот, да. 12 градусов. Здесь ничего нет. Вот тут он последний раз был. Вот здесь, да. 14, там что-то штукнуло. Штукнуло что-то. Надо посмотреть, что там штукнуло. Здесь, да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Что-то было тут, но здесь нет. Тихо, 13, 15 градусов, 12 градусов.
12 градусов, 11 градусов. Нифига, короче, понял, ничего нету здесь. Наверное, вот в этом доме есть что-то, наверное, возможно. А, в этом доме. Здесь тоже ничего нету, я смотрю, вообще градусы никак никуда не градусятся, ничего не делаются. В общем, в целом. О, у меня шепот какой-то был. Скрежет. Да, у меня тоже. Что-то... А, ну это сортира... Ну, вот это, короче, комната вообще там у фонариков. О, есть, смотри. Хаотично бегает влево-вправо. Все. Хаотично бегает влево-вправо. Надо выйти, посмотреть. Значит, на таб нажать и исследовать нашего призрака. Значит, у нас что? Радиоприемник, кукла Вуду, спириптическая доска. Они взаимодействуют. Указатель движется из угла в угол. Движется хаотично. Вот, отлично. Ты поставил у себя, что движется хаотично? Нет, ничего не ставил. На таб жми, выбирай, где спириптическая доска движется хаотично. А радиоприемник, что там было? Плач? Плач, да, был, по-моему? Там же с ним попиздеть нужно было. Поговорить с призраком, да, был доска, плач. Доска, что выбрать? Доска, движение хаотично. Ну, радиоприемник, да. Плач. Радиоприемник... Плач. Да. Так, теперь нам нужно температуру ему замерить. Температуру ему замерить нужно. Так. А, что дальше? Вот, видишь, смотри, на доске хаотичное движение. Такие хаотичные движения. Это когда хаос на доске. Бывает еще влево-вправо, это когда угол, короче. Это когда 90 градусов, понимаешь? Угол 90 градусов. А, идем дальше, смотрим, что у нас здесь происходит. Что у нас здесь происходит? Да. У нас здесь нихера не происходит. Хотелось бы, чтобы что-то уже произошло. О, нет, вот смотри, короче, что-то паранормальщина какая-то. И все. Как бы и, это, все, да. И все. И температура никак не изменилась. 11 градусов всего лишь показывает. 11 градусов показывает, и ничего не изменилось. Go, show yourself. Ghost. Да хера. Show yourself, ghost. Can you talk? Show yourself, ghost. Вообще ничего не происходит, смотри. Он из... А смотри, а вот тут 16 вот. Градусов стало. А вот там комната было... закрыта, заходим сюда. Вот смотри, там было 18 градусов, 18 градусов, тут жарко прям, 18 градусов, 17 градусов, 18 градусов в этой... Жаришка, комнате. говори что-нибудь ему. Прям, go show yourself, motherfucker. Вообще прям здесь вот, ну, смотри, а вот тут 15 градусов, да? Тут 15 градусов и выключатель. И света нету, да, здесь лампочку он сломал. Да. 16, 15 градусов. Он меня сейчас дергать будет, слышишь? Он меня дергает в темноте. О, 0 градусов, 0 градусов было. Здесь он, да, в этой комнате. Было 0 градусов. Зафиксировано 0 градусов. 10 градусов. Нету ничего опять. Или, возможно, вот сюда я когда выходил, что-то пиликнуло. Пойдем на второй этаж, он на втором, наверное. Ну давай пойдем. Доска крутится, смотри. Ты что, только увидел? Я же тебе показывал, что типа хаотичное движение. Или у тебя есть. А на второй этаж, он на втором 100%. Давай пойдем на второй этаж, посмотрим, что на втором этаже. На втором этаже есть комната с открытой дверью. Мы ее не открывали. Еба. Возможно, офигеть, короче, смотри. Это очень старая Ой. Комната. О, 2 градуса, 2 градуса, 2 градуса. Крест. Спаси. 2 градуса было, 2 градуса. А что, на тебя нападает, что ли, или что? О! Да, звуки были. 2 градуса было зафиксировано. Но что-то как-то 2 градуса было быстро зафиксировано. Здесь, на втором этаже, я тебя ору. 12 градусов, 11 градусов. Слушай, где прям... Получается-то? До 2 градусов опускалось. Во, давай тут посмотрим все. Смотри, офигеть, тут картины. Вот сервиз, смотри. Сервиз. Вот, слушай, сервиз? О, а здесь другой ковер. Офигеть. О, выход на балкончик. Ну-ка. Офигеть! Опа, в другую это... комнату. А, тут открывай. Слушай, это другая квартира вообще. Это кухня, да, заходи. Сейчас. Где свет? Вот, включил. Офигеть, смотри, и холод, о, и соленье. Смотри, это повидло, по-моему, повидло. Я потому что уже сначала помидоры молоты. О, что-то происходит, радио заиграло. Да. О! Заходим. Он в соседней комнате где-то. Он где-то в соседней комнате. Ну, сбоку. Я тебе кричу. Надо посмотреть, что... Здесь.
по градусам, 11 градусов, пока ничего не происходит. Давай большой открывай. Я большой открою. Так, 12 градусов, 11 градусов. 14 градусов. Не могу понять, какая температура должна быть зафиксирована. Что-то не фиксируется температура. Раньше как-то, знаешь, стабильно там падало до определенного уровня. А что, третий этаж есть? Нет, нет, вот здесь черт какой-то нарисован, понял? Или мы, подожди. А, он вот эту дверь закрыл, понял? Он дверь закрыл. Угу. Что это было? Налево, налево. Картина. Он, походу, в той комнате, через балкон надо идти. Ну что, ты думаешь, он через балкон пошел? Он здесь, он на кухне тут. Да нет, все ровно. Блин, температуру не могу определить. А может, он не определитель, не температура, короче, вот это вот определительный. Не темпоопределительный какой-то. Я не знаю, он может быть какой-то это, не знаю, погодно устроено вот это невосприимчивый, я не знаю, непередаваемый, я не знаю. Хреново вообще. Слушай, а он двери все закрыл на цокольном этаже. Алло, он цокольный этаж все двери закрыл. Где, внизу, что ли? А, я прикинь, внизу, короче. Я пришел вниз, а он все позакрывал. Вот урод. Мы так мучились, старались, открывали все, а он все взял и закрыл, понимаешь? Он сыт, я знаю, он сыт. Он сыт, он боится нас. Он боится нас, это он все. Шикло, это, а? Это надо его дожимать. Надо его дожимать, он сыт. Все, он сыт, мы победили. Считай, что мы победили, потому что это все, это Габелла. Вот, тут какой-то огонек светился, прикинь. Какой-то огонек светился. Огонек. Наверху. Он был наверху. Походу, он был наверху. Там какой-то огонек светился наверху. 11 градусов и ничего вообще никак не падает. Значит, в среднем 15, 18, 11. Может быть, это 10, 18, я не знаю. Баночки, Олег. Да где баночки? Саночки. Он по кругу ходит. Слышь, он опять здесь двери закрыл. Он опять здесь двери закрыл. Я, походу, за ним бегаю по кругу, понимаешь? 18 и 11 градусов. Может быть, температура будет 18-11 градусов. Смотри, вот здесь вот что у нас происходит? Здесь у нас вот ничего не происходит. 11 градусов упала температура. Вот опять он что-то мутит. Опять что-то звук, ага. 11 градусов, 15 градусов. 15 градусов. Здесь он, короче, все поломал. Здесь уже не показывает, сколько градусов. Сколько градусов уже не показывает. Все, но он засал. Ух ты. Опять звук. В соседней комнате. В соседней комнате. Вот здесь тремор какой-то. Вот он здесь по-любому был где-то. Где-то здесь он был. Нет, опять не показывает. Опять не показывает. Вот что с ним не так? А ну-ка, если попробуем мы... Попробуем мы, значит, поставить, значит, следы. Следы есть? Были у нас следы? Были следы? Оставляют. Да, мы фотографировали. Пятна, отпечаток ноги поставим. Следы, значит, термометр. Правильно, поставим призрака с первого раза. Я не знаю, давай минус 5 плюс 5 поставим. Полтергейст. Пробуем так. Значит, отпечаток ноги, ноги и да. Минус 5 плюс 5. Тебя... Вот. Минус. Термометр? Минус 5 плюс 5 ставим. Ага. Все, я минус поставил. 5 плюс 5. Так, все. Температура бы, значит, с ним вот это вот. Частицы теперь. Надо частицы теперь определить. Давай. Вот это частицы мы как-то. Затили вот это. Короче, Гоша, он тут страшные звуки создает. Давай быстрее ко мне. Он здесь? Он где-то. Не надо, пока не используй. Так это ловить будем. Ты ее потратишь просто так. Она просто жахает его и все. И на время. Ну, когда он типа нападает. Загрузить данные. А что загрузить данные? А что это за фигня такая? Какая-то новая фигня. Какие-то данные надо загружать. Нажмите Е, чтобы взаимодействовать. Мне не взаимодействует. Ладно, пойдем меня смотреть. Тоже. Вот он, дверь закрыл, он где-то там. Вот он спускается, видел? Вот он, вот частицы пошли. За ним. А, сука. У меня. Ой-ой-ой.
Уходим. Он на улицу может тоже приходить к нам. Да, он, короче, этот... Частицы были, короче, какие-то 10%... Я всего 10%... Я здесь, я вот, вот тут. Короче, вон он шмыругает из здания в здание. Да, я говорю, надо его поймать, наверное, нет? Не-не-не-не. Он свет рубит, ему страшно. Я тебе кричу, он очкует. Он свет начал давить везде, смотри. Как везде? Он везде давит свет. Тут чумошник, а? Надо частицы, короче, считать. Нам нужно высчитать, сколько частиц в его теле, чтобы понять, короче, кто он такой. Вот он, сзади. Он на тебя идет! Вот он, я пошел за ним. Я тоже. Куда так, он? Так, смотрим, он, наверное, направо ушел. Да, он здесь, в этой комнате. Стоим. Я засекаю частицы. 85, 90, ой. Есть, да, 500, все, первая тысяча. Уходим отсюда. Ой, он меня укусил. Уходим. Крест. Спаси и сохрани. Офигеть. Так видеокамера, я ее здесь оставлял. Не, камеру обычно вижу, а видеокамера... Вот она, видео и фото вон оно тоже. А, да? А что это тогда там показывает? Не знаю. Слушай, ну... Олег, он на первом этаже, туда направо ушел. Вторая дверь. Ага. Вторая, закрытая, которая. Я понял. Я сейчас тут немножко света повключаю. Ой. Не дает свет включать, прикинь. Он стыд, я тебе говорю, мы его сейчас схватим. Идем в эту комнату. Да, он вот здесь вот был, короче, спрятался походу в ванной, потом пошел сюда, да, смотри, он, короче, здесь все позакрывал максимально, что можно было закрыть, не хочет себя выдавать, но мы его сейчас вообще... Звук. Да, какие-то звуки странные. Крест. Он, короче, смотри, а что здесь кукла Вуду делает? Да ладно. А это наша кукла Вуду? Нет, это не наша кукла Вуду. А пойдем на нашу куклу Вуду. О, меня ужалил! Меня тоже. Олег, куда идти? Я не знаю. Я ухожу. Олежа, он сейчас оживет нас. Тебя живет! Меня хватает, есть, я спасся. Уходим! Я не знаю, куда бежать. Я тоже не знаю. Вон, вот тут ходит все. Где выход-то? Вот дырку прыгай. Ой! Вот он! Ни хрена себе! Было. Задом. Что делать-то? МП надо или что? Он куклу Вуду куда-то выкинул. Ее нету. Ну вот она. Она в комнате там была, эта кукла Вуду. Да, походу он ее нес. МП я так и не понял, сколько было, 4 или 5. Так, подожди, давай выйдем, посчитаем. Значит, датчики МП. Давай попробуем 5 или 3. Датчик МП. Сколько? 3? Не, попробуем 5. Кукла Вуду. Не взаимодействует, кидает куклу, поднимает куклу. Почему? Он куклу забрал же, она там на первом этаже лежала. Давай кинул куклу, кидай. Поднимает куклу, может, просто. Он же брал ее, получается. Так что? Не-не-не, давай попробуем кидает куклу, потому что поднимает, это просто вверх-вниз он делает ее. Ну, пускай кидает, да, ладно, да. Кидает куклу. Допустим, он кинул ее, да? Так... И датчик МП был у нас, поставим, ну, где-то 3, вот так вот. Ой, вернее, 5, точнее. Датчик. Так, датчик МП. 5.
крест спасал же нас. Защищает или излит? А, вот эта штука, которая... Нет, спасала меня три палочки. Слушай, а что вот? Ну, мы определили. Отпечаток ноги был, да? Череп, датчик, движется хаотично, патч. Да, это встревоженное настроение. А, вот, все. Значит, знаешь что? Кукла Вуду не взаимодействует. Давай вот так вот сделаем. Кукла Вуду, подожди. Да. Встревоженный. Не взаимодействует. Да, у тебя появится древний встревоженный. Нет, у меня только этот дяшный. Ну, ниже возраст древний. Настроение призрака встревоженный. Древний, да. Ну, нажимай. И настроение призрака встревоженный у тебя появился, нет? Тревоженный, да. Нажимаю. Все, у тебя три зелененьких загорелось справа. Так, да? Поимка призрака, да? Теперь поимка призрака. Теперь смотри, значит, защищает гранаты вот эти и три палочки. Поэтому нужно тебе три палочки купить. Вот. Защищает также соль, мука, вот эта вся фигня. Теперь материализовать призрака. Так, где купить-то, ё-моё? О, магазин. А как его материализовать? Материализовать. Колба с пеплом Везувия. Колба с пеплом Везувия. Так, где три палочки? Колба с пеплом Везувия. Вот иди. Все взял. А как выглядит колба с пеплом Везувия? Колба с пеплом? Вот она внизу, эти... Подожди сейчас, Олег. Святая соль, подожди, огненная соль. Стака. Колба. Я ее, походу, выкинул только что. Так, магазин. Она залит. Нет, тут видишь, поимка призрака. Сейчас, подожди. Колба с пеплом Везувия, да? Я ее только что израсходовал. Так, я взял. Я слышал, да. Колбу с пеплом Везувия взял. Так, нужно материализовать призрака. Для этого нужно поставить вот эту вот штуку. Давай, я возьму ее. Ты взял уже. Я другую взял. Но ты можешь тоже взять ее. А, все, беру. Ой, меня кто-то укусил. Меня тоже. Ну, это этот, короче. Радист. Ты взял эту штуку, да? А зачем туда? Надо пониже поставить. Какая сработала сейчас? Вторая, да, сработала? Вот здесь вот ставь ее. Вот он. Он чепушил, а? Надо его материализовать. А как его материализовать? Это что это значит? Ну, в смысле, сделать его материальным. Да, 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 чтоб он и сам как не стали. Ты не ты, когда глисты. Глисты. Так, может быть, книжку нужно взять? А зачем книжка мертвая? Чтобы поднять магическую книгу. Опа. Он здесь стоит прям. Он прошел мимо тебя. Да, да, да. Он только что прошел мимо тебя. Он около мусоропровода. Эта штука второй раз сработала. Ух ты, меня задел. Пинает. Пошел ты нахер. Вот, ты кинул в него? Да, но ничего не получилось. Материализовать призрака. Блин, как же материализовать призрака? Это позволит реагирует на инструмент. Материализовать призрака. Подожди, иди сюда. Вот ты. Вот, цинзянши древний, встревоженный. Подтверди, все, да. Мы его материализовали.
материализовали призрак, а теперь нужно кинуть в него эту штуку. Отлично. Ну, вот эту вот. Вот эту. Смотри, смотри, нет, положи ее на место. А смотри. Как ее положить? На G нажми, смотри, нажми тап. Нажал тап? Нажми тап. Есть поимка призрака, графа, есть? Да, да. Вот мы сейчас определили призрака, теперь, чтобы, короче, его поймать, нужно выполнить пункты по очереди. Пункт первый, материализовать призрака, видишь, написано? Есть, колба. Сделали, теперь колба с пеплом, нужно к нему кинуть. Все, пока не выполним второй пункт, не идем к следующим пунктам. Вот, поэтому я взял колбу с пеплом, пойдем. А что написано, поймать призрака, поймали? Где? Внизу. Восьмое. Это восьмое, это поймать призрака, это потом вот эту херню возьмешь, когда выполнишь первые 7 пунктов. Колба с пеплом. Безумие. Все, я взял ее, пойдем. Просто давай, пойдем. с Богом. Да, все. Ох ты, что это было? Ты видел? Да, он пробежал. Ай, собака. Сейчас будет нападать на меня. Я подсвечу, чтобы посмотреть это. Давай. Ну? Вот он, вон он, вон он побежал, видел? Да. Так, надо в него кинуть эту штуку. Стой, да его надо увидеть. Угу. Чуть поблизко. Сейчас я поближе подойду, а ты кидай. Вот он. Вниз спускался он вниз спускался сюда с лестницы на нас. Опа, это он задел, да? Да, пинает. Вот здесь прям перед нами стоит 100%. Чепушила. Вот он за тобой, кукловуда, полетела. Да ладно. Да. Ух ты, есть. Ух ты, попал, все. Все, красавчиком вообще, попали в него. Да. Так, теперь, короче, следующий пункт. Смотрим. Магическая книга. Блин, я ее только что потратил, прикинь. Только что потратил. Надо купить. Давай я куплю, у меня есть деньги. Да я, ладно, пофиг, уже купил магическую книгу. Теперь надо магическую книгу, чтобы он на нее наступил. Кидай, прям там посередине. Вот здесь, да-да-да, вот здесь. Все. Отлично, ждем. Ждем, давай, наступи на магическую книгу. Давай, come on, motherfucker, come on. Сейчас, да он сейчас как в нее вступит, я тебе говорю прям. Сейчас как отмагичится, как откнижится вообще, я тебе чуть-чуть зачитаем. Я вот специально бегаю туда-сюда, чтобы Залистаем его магическими страницами вообще прям. Сейчас как прям на мнем бумаги вообще, я тебе кричу. Чё? И чё? Куда? Чё он такой? О, слушай, такой ощущение, как будто он у меня за спиной бегает. Вот он за мной бежит, Олег! Вот, вижу. За мной бежит вниз, всё бежит. Вот он идёт. Он вниз спустился. Да, видел. Я ж обосрался. Ах ты, меня пнул. Подопнул. Сейчас чуть назад. Книги нету, книга где? Я убрал чуть-чуть туда, в ту сторону, где он там бегает. Куда ты что? А, ты туда в сторону? Я хочу вот сюда вот. О, вот так вот прям кину. А где он? Есть! Магическая книга. Есть, ура! Так это унитаз. Здесь проклятого зеркала нету. Ай-яй-яй-яй-яй, погоди, братик. Да где он ходит? Ты его видишь где-нибудь? Я пошел дальше. Нет, у меня тут звуки какие-то страшные. Слушай, а раньше проклятое зеркало как-то оно подсвечивалось, да? Да, оно светилось. Так, я нашел зеркало.
Олег? Я взял зеркало. Ты где? Я на первом этаже. Иду как на тебе? Выход. Есть, да? Так, я вижу, он спускается. Давай, я, давай, давай, он ты идет, зеркало. Он идет, чуть-чуть. Вот он прошел, видел? Есть. Ты опять задел. Так, выходи, 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 выходи. Так, есть. Беги! Эту тему мы прохавали с проклятым зеркалом. Так, теперь нужно призвать дух читак. Серебряная бомба. Надо серебряную бомбу в него кинуть. Серебряная бомба. Хорошо, что ты кинул не ту бомбу, которую нужно кинуть. Потому что деньги ограничены. Серебряную бомбу. Ты взял? Да, конечно. Тебе лишь бы, короче, что-нибудь... Сандарахнуть, да, короче. Сандарахнуть, я же сандарахнул, но не тем. Смотри, короче, теперь нам нужно. Стой, стой, ты стой здесь на одном месте, стой здесь, Олег. Ага. Все, стоишь? Да. Давай, сейчас я дверь закрою. Ну, конечно, с такой жопой, конечно, можно кого угодно приманить. Все, теперь. Я. Сейчас. Вот он! Есть! Сандарахнул вообще. Сработало, красавчики! А, теперь что там нужно? Серебряная бомба. Ножовца как работает. Огненная соль. Вообще прям. А, это что? Поднять соль. Ты, короче, огненную соль, да, короче, это уже... Походу, да, под солями. Но... Все, у меня бабок больше нету. Если что-то давай еще я понадобится куплю. Купить... Да, я уже купил. Я говорю, в смысле, ну, если еще что-то понадобится купить, будешь покупать. Давай ножовца опять сейчас, так же, стой здесь. О, вот он, короче, смотри, пробегал. Стой, сейчас он опять. Давай. Ой, меня задел. Он меня укусил. Так, стоим, сейчас он побежит на нас. Нет, ты впереди стой, он на тебя должен напасть, а не на меня. Давай, я здесь. Такой спрятался за меня, я главное кидаю, он, короче, за меня прячет. Ну ты прям, ну ты, короче, высокоинтеллектуал. Ты не обходи, я вперед иду. Да я-то стою на месте. Давай. Действуй, я не знаю, там. Подсвести ему, там, не знаю, что-нибудь. Подмагни ему. Сейчас дверьки пооткрываю. Да, это его очень злит, он сквозняк не любит вообще. Козалёныш. Сейчас вот здесь вот открою. Ку-ку! А, я знаю, как его можно позвать. Соль кинул. О, он короче, сидит на втором. О, меня задел! Олег! Да ты вперед чуть-чуть, пройди, стой. Я прошел. Кидай. Нет. Нет. Сейчас. Вот он! Есть! Попал в него. Попал. Ты видел? Нет, ты видел? Да, я видел. Он стоит. Так. И теперь смотри. Уходи. Испепеляющий свет нужен. Испепеляющий а что свет. Это у нас? Это вот, наверное, та штука, которую мы потратили. Ну, испепеляющий свет, испепеляющий свет, испепеляющий свет, испепеляющий свет, испепеляющий свет. Испепеляющий свет. $300 есть? Да, конечно. Покупай испепеляющий свет. У меня 687. Давай, испепеляющий свет покупай. Это такая штука внизу, справа, на трех ножках. Шар, который ты ставил. Шар? Ну, там написано, испепеляющий свет, $300 справа, после гранат. А, вот он, все. Ага. Купить. Да, без проблем. Все, огонь. Сейчас мы ты его... Ты взял ее? Да, сейчас мы его тут испепелим. Стой. Все, давай, сейчас я возьму зеркало, буду смотреть, где он. Он, короче, вот. Стоит на втором этаже и сыт. Я прям... Да. Он, о, прям опять меня укусил. Задел. Он меня укусил. Идет. С палками. Идет. Ждем. Ух ты! Фига себе. Олег! А как это он прям... Тебя... Он прям вообще в меня. Надо ближе ставить. О, все. Есть. Отлично. Уходи. Отлично. Так, и что теперь? Испепляющий свет. Поймать призрака. Все, теперь можно ловить призрака. Шар, бери. Есть, берем шар. Вон он. Я вон тоже он. Возьму. Есть контакт. Мы его поймали. Отлично.
Мы поймали призрака. Вы поймали призрака. Смотри, как мы вообще давно не играем. Получено достижение профессиональный экзорцист. Мы профи. Но, но мы профи. Это вот этим все сказано. Мы профи. Мы давно не играли. Мы зашли и мы победили с первого раза. Самого сложного призрака, которого нужно было с первого раза определить, что он там сложный призрак. Короче, сразу вот так вот решили. Сразу увидели, поняли, что... Левел подняли. Да, и ему, короче, вот этот восток такой нашептали вообще. Он запомнит надолго наши хрущевки. Потому что нечего. Мы боимся ходить по своим хрущевкам, а он тем более приехал иностранец, бродит по нашим хрущевкам. Вообще. Вообще просто. Вообще огонь.